На центральном стадионе не протолкнуться. Почти 900 первоуральцев приняли участие во всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». На коньки встали как профессионалы, так и любители. Я занималась конькобежным спортом 5 лет. Вот потом перестала ходить. Я давно уже не каталась на конькобежных и уже отвыкла. На них стоять надо. Равновесие тоже держать, лезвие большое, сильно отличается от хоккейных. А хоккейные они сейчас как бы проще. Несмотря на то, что соревнования по конькобежному спорту, коньки подойдут любые. Главное не падать во время забега. На одной дистанции вместе встали любители и мастера льда. Горожане состязаются в двух формах – эстафета и индивидуальный забег. В первой принимают участие 10 команд – работники предприятий, студенты и школьники. А вот в индивидуальном забеге уже каждый желающий может на время пробежать 100-метровку. Возрастных ограничений нет. Здесь даже дошкольники встали на коньки. Им, как и взрослым, нужно преодолеть дистанцию длиной в целый стадион, но уже без учета времени. После соревнований с наградой ушел каждый. Победителям вручили кубки и медали, а остальным участникам памятные браслеты.